20 апреля в главном здании университета всех пришедших встречали студенты в ярких толстовках с надписью Russian PR Week и бейджами организаторов. Это означало лишь одно, что стартовал ежегодный Всероссийский форум пиарщиков. Мы организовываем форум уже не в первый раз, то есть это по счету уже четвертый форум и четвертый год, который мы проводили. Поэтому у нас есть сплоченная команда уже, которая готова и может работать. Вот поэтому мы, наверное, идем по одному и тому же пути. В ближайшие 4 дня, включая этот, мы ожидаем, наверное, прилив молодых пиарщиков, студентов, иногородних тоже наших друзей, которые приедут там на форум. Вот. И, конечно же, крутых спикеров и выступлений. Russian PR Week – это всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций, который проходит в этом году в Казанском федеральном университете с 20 по 23 апреля. Прихожу к вам, потому что я знаю, что здесь можно зарядиться очень такой интересной и очень креативной атмосферой. Я думаю, что и сама Казань вас удивила тем, что сегодня в апреле она вас встретила снегом и такой погодой. Поэтому я думаю, что форум у нас обязательно состоится. Я очень рада вас приветствовать в Казанском федеральном университете, как и все организаторы, как и все те, кто действительно с большим трепетом относится к этому форуму, к этим мероприятиям. В этом году в рамках форума Russian PR Week пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по 4 секциям «Port», «Personality», «Politics» и «Business», «Олимпиада по рекламе и связям с общественностью» и «Научная конференция». Организаторы также подготовили и развлекательную программу для гостей. И начать все-таки с того, что поблагодарить организаторов сегодняшнего события, события, которое 4 дня продлится у нас в Казани, в Казанском федеральном университете. Потому что вот уже на программном уровне, на уровне того, что предлагается в эти дни, да, можно сказать, что форум состоялся. Russian PR Week дает возможность специалистам в области public relations, рекламы, digital, social media, маркетинга, журналистики и смежных областей окунуться во все аспекты рекламы и пиара, узнать что-то новое и применить это в будущем на практике. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.